Тенгебанк совместно с платежной системой Хумо провел мероприятие на тему финансовой грамотности среди учеников 10-11 классов. Специалисты рассказали о банковских картах, депозитах и кредитах, а также отвечали на вопросы учащихся. В нашей школе проходит акция. Цель – повысить финансовую грамотность школьников, объяснить им, как пользоваться наличными и картами. Как и во всех школах, в нашей тоже налажено сотрудничество с банком. В ходе мероприятия наши студенты повысили свою финансовую грамотность и узнали о своих финансовых правах. Эксперты подробно рассказали ученикам о понятии наличных и безналичных денег, их историю, как правильно пользоваться средствами, какие услуги можно использовать через пластиковые карты и какие ошибки можно совершить. Предмет «Финансовая грамотность» был введен среди учащихся школ и университетов и институтов согласно указу президента Республики Узбекистан, в связи с чем Тенгебанк принимает активное участие в проведении различных мероприятий, в том числе школ и университетов. Некоторые ученики были уже хорошо знакомы с финансами и тем, как правильно ими пользоваться. Но все равно с удовольствием слушали спикеров и задавали множество интересных вопросов. На мероприятии детям наглядно показали, как правильно пользоваться банковскими картами и сыграли в игру «Покупатель-кассир». Нам очень понравилось их взаимодействие вместе с нами. Они очень хорошо знакомы уже с понятием денег, как с наличными, так и с безналичными деньгами хорошо знакомы. Мы им дали понять, как правильно пользоваться пластиковыми картами, какие услуги можно использовать через эти пластиковые карты, как оплачивать правильно, какие ошибки можно совершить. В конце открытого урока всем ученикам сделали пластиковые карты платежной системы Хумо и предоставили браслеты для бесконтактной оплаты. А активным ученикам также были выданы небольшие подарки от Тенгебанка. Отметив, что Тенгебанк вносит на рынок Узбекистана новые продукты и услуги, к примеру, запустил выпуск MasterCard с гарантированным кэшбэком, запускает онлайн-займы, ведет работу по расширению картоматной и банкоматной сетей с целью повышения доступности к продуктам и услугам банка.